Отец, воистину подобает и следует воздавать Тебе благодарение и воздавать Тебе хвалу, ибо это основа существования человечества, чтобы мы могли прославлять Тебя и наслаждаться Тобой все дни жизни нашей. Поэтому мы соединяем наши голоса с нарастающей хвалой, которая всегда воспевается ангелами и архангелами, силами, начальствами, престолами, владычествами и многими арххерувимами и шестикрылыми серафимами, закрывающими свои лица и ноги, летая друг к другу, и воспевая «Ты свят», провозглашая, что Ты свят, что небеса и земля наполнены именно Твоей славой. Бог, и вот мы пришли воздать славу Твоей славе, вознести, восхвалить, благословить и прославить Твое наисвятейшее имя. И как вторичное следствие нашего поклонения, мы просим Тебя говорить к нам. Не чтобы мы повиновались, но чтобы мы последовали. Не из внешнего двора, но из святого святых. Мы сегодня пришли не за молоком, мы пришли за мясом. Накорми нас, чтобы мы были изменены из одного измерения славы в другое измерение славы. Сейчас, Бог, дай мне свои мощи и свое благоволение, ясность мысли, четкость речи. Позволь херувимам взять уголь с алтаря и коснуться моих губ, чтобы слова, которые я буду говорить, были не мои, но твои, ради назидания этих твоих людей. Бог, мы молимся об особом благословении на ангеле этого дома, когда он продолжает нести твое видение, нести вес Божьей цели на его жизни. Ныне мы молимся обо всем этом во имя Твоего единородного Сына, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Твоим собственным святым, благим и преснасущенным Духом мы молимся. Аминь и аминь. Благословит вас Господь. Это благословение приехать в Нью-Бёрн. Это мой первый раз. Второе служение. И для меня это просто честь и смирение быть здесь. Более того, встретить вашего епископа, которого я считаю одним из ведущих голосов в этой стране и наиболее ведомым видением того, что Бог собирается сделать в своей церкви через свою церковь в ближайшие дни. И для меня это честь и смирение. Еще раз благодарю вас за приглашение. Часто мы встречаем великих людей, и иногда нас отталкивает то, как недоступны они, иногда от того, что Бог сделал в их жизнях. И однако этот человек настолько доступен, настолько приземлен, и однако не лишенный помазания и цели Божьей на его жизни. И для меня это честь и смирение, что он даже посчитал бы меня другом, и что он позволил мне поделиться с такими прекрасными людьми Божьими драгоценным словом. И я рад шансу встретить Роберта сегодня, и какой мощной истиной он делится. Если вы не читали его книг, вам нужно купить их. Просто невероятная истина. Но, если у вас есть Библия, обратитесь со мной к 4 книге Царства и 2 главе. Мы слышим сразу на нескольких измерениях. Когда Бог говорит, Он не говорит только в одном измерении. Мармонидис, кто был одним из ведущих ученых по ивриту, говорит, что лишь неосведомленное ухо верит, что когда Бог говорит, что Он сказал, это и есть все, что Он сказал. И лишь грамотное ухо слышит на многих уровнях, на которых говорит Бог. И поэтому зачастую, когда мы притираемся к Богу, нам нужно просить Бога о том, чтобы иметь ухо слышать, что Дух говорит церквам. Библия говорит, что когда Иисуса хотели взять в плен, перед тем, как его привели к Понтию Пилату, пришел слуга первосвященника, и Петр взял меч. Взял меч и отсек ему ухо. Могу я пророчествовать вам, что в прошлом церкви подсекали нам уши мечом, и наше ухо упало в грязь. Человек был сделан из грязи земной, наше ухо упало на уровень плоти. И мы были не способны слышать, что Бог говорит. Мы проповедовали на уровне плоти, но Иисус готов протянуть свою руку. Привет, апостолы, пророки, евангелисты, пастора, учителя, и взять наше ухо из уровня плоти и поместить его обратно на нашу голову, дабы мы могли иметь ухо слышать, что Дух говорит церквам. Пойми, Бог не встречает нас там, где мы были, Он встречает нас во множестве измерений. Когда Бог встречает нас, Он встречает нас как овец. Но он никогда не будет интимен с тобой до той поры, пока ты овца. Потому что Библия говорит в книге Левита, что это противозаконно для человека ложиться с животным, как со своей женой. Хотя есть вещи, которые Богу даже не обязательно было бы нам объяснять. Когда Библия говорит, что это противозаконно для человека ложиться с животным, что он говорит, это то, что до той поры, пока церковь остается овцой, он никогда не будет интимен, близок с тобой. Ты должен перестать быть овцой, и ты должен стать невестой. Потому что ему нужна невеста. Потому что если эти обращенные, и этот урожай, и это пробуждение придет, оно придет с новыми душами, им нужно молоко, и лишь грудь беременной женщины может производить молоко.
Поэтому церковь становится невестой не для того, чтобы оставаться 90/60/90. Она становится невестой, чтобы забеременеть. Дабы она могла простираться за пределы ее размеров, речь не о том, чтобы быть милашкой, речь о том, чтобы стать беременной. И многие церкви стараются быть миленькими, но я чувствую, что я в церкви, которая готова забеременеть. И есть определенные времена, где муж имеет интимность со своей женой, и все, что им дано, это наслаждаться интимом. Но есть определенные дни месяца, когда тело его жены восприимчиво к беременности, и они не только наслаждаются интимом, но есть еще и жизнь закладывается, которая принесет будущее поколение. Что нужно понять, New Birth, это то, что ты приходишь в церковь не для того, чтобы наслаждаться удовольствием интима. Ты приходишь забеременеть. Ты здоров, твое тело готово принять следующее вложение для следующего уровня. И ты не можешь оставаться навеки невестой. Потому что нельзя возложить мужскую голову на женское тело. Ну, в некоторых районах можно, но это неправильно. Но есть момент, где ты должен перестать быть невестой, и ты должен стать телом Христовым. Потому что у лис есть норы, у птиц гнезда, но сыну человеческому негде преклонить свою голову. Дабы церковь могла стать достаточно зрелой, чтобы справиться с весом его главенства. Аминь. Итак, давайте обратимся к книге «Четвертое царство». Вторая глава — это популярный текст, вы должны быть знакомы с ним. Стих 1 мы прочтем аж до 11 стиха для тех из вас, кто не читает своей Библии всю неделю, мы почитаем немного этим утром. «В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала, и сказал Илия Елисею, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле, к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Он сказал, «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия, «Елисей, останься здесь. Останься здесь. Ибо Господь посылает меня в Иерихон». И сказал он, «Жив Господь и жива душа твоя, я не оставлю тебя». И пошли в Иерихон. Запомните это. Запомните, что отвечал Елисей. Потому что мы еще вернемся к этому. И подошли сами пророков, которые в Иерихоне, к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь заберет господина твоего и вознесет над главой твоей?» Он сказал, «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их, и они оба стояли у Иордана. И взял Илия милость свою и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею, «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И Елисей сказал, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». И сказал он, «Трудного ты просишь, если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так». Повернись к твоему соседу и скажи ему тему вместе со мной. Скажи, сосед, насколько сильно ты этого хочешь? Что я хочу проповедовать сегодня, совсем немного. Насколько сильно ты хочешь этого? Было бы поучительно для нас, прежде чем мы разберемся с 4 книгой Царств 2, посмотреть 3 Царств 19, которая называется «Великое призвание Елисея». Илия, пророк, только что призвал великий огонь с небес и уничтожил лжепророков. И вот в процессе он теперь пророчествует Ахаву, который царь, что будет дождь. Библия говорит, что Ахав, или вернее Илия, припоясал чресло и бежал впереди колесницы Ахава. Уловите, человек обгоняет колесницу. Человек бежит быстрее транспорта, который ведут лошади. По-человечески это невозможно. Но Илия двигался в пророческом времени. Пойми, пророческая церковь, церковь пророческая и апостольская, всегда будет двигаться впереди движения Божьего. И всегда будет провозглашать следующее движение Бога, в то время как церковь застряла на старом движении Бога. Поэтому ты будешь делать то, что Бог призвал тебя делать до того, как это станет модным. И ко времени, когда остальное тело Христово догонит тебя там, где ты есть, ты уже перешел в следующее движение Божье. Это отчаянное дело. Потому что, когда ты пионер, и ты прокладываешь тропу Божьему движению, нет кассет или книг, которые можно было бы почитать. Поэтому ты не можешь пропустить ни одного воскресения.
Потому что ты никогда не знаешь, когда придет божественное ведение в этот дом. В пророческой церкви можно пропустить одно воскресенье, и весь дух церкви меняется в одном послании. Одна истина, одно откровение. Поэтому ты должен быть ответственен за то, что Бог говорит, если ты действительно веришь, что это говорит Бог. И поэтому, когда ты движешься в пророческом, ты всегда будешь видеть, что ты делаешь то, что делает Бог, или движешься на следующий уровень. Пойми, время — это элемент нашего воображения. Физики уже даже не используют слово «время». Они используют термин «пространственно-временной континуум», потому что время — это лишь то, что... Это лишь то, что мы вообразили о нем. Для Бога время — это ничто. Потому что Бог не ограничен временем, потому что Бог вездесущий. Если сказать вам правду, нет такого понятия, как движение Божье. Если уж говорить правду. Потому что Бог никогда не двигался. Позвольте мне показать. Я стою здесь. Теперь я стою здесь. Для того, чтобы мне отсюда стать здесь, я должен двинуться. Это означает, что я должен перестать быть на одном месте, чтобы оказаться в другом. Это значит, что я должен перестать быть там, чтобы быть здесь. И я могу перестать быть там, чтобы быть здесь. И там по-прежнему существует. Но если Бог перестанет быть там, чтобы быть здесь, там перестанет существовать. Потому что само существование там основано на том, что там есть Бог. Вы со мной? Поэтому, когда я говорю, что Бог движется, Бог на самом деле не двинулся. Я двинулся в Боге. И увидел что-то в Боге, чего я не видел ранее. Это всегда было, но это Бог начал двигать меня. И причина, почему мы хотим, чтобы Бог двигался, в том, что мы слишком ленивы, чтобы двигаться туда, где Бог хочет видеть нас. Поэтому Бог говорит, я не подвинусь. Но есть сфера во мне, которую ты еще не ощутил. Поэтому тебе нужно двинуться туда, где я есть. Вы слушаете меня? Итак, мы переходим из долины существования в долину. И вот именно поэтому я всегда задавался вопросом, как мы можем возвеличивать Бога? Поклонение. О, возвеличьте Бога. Как мы можем сделать Бога больше, когда у Него нет измерений? Как ты можешь увеличить Бога, когда нет размеров Его сущности? Ты не можешь сделать Бога больше, если нет Ему измерения. Ранние матери раньше пели это так. Он настолько высок, не перепрыгнешь его, настолько глубок, не подкопаешь под него, настолько широк, что не обойдешь, придется входить в дверь. И так он настолько велик. Но потом я вспомнил, как я могу увеличить Бога. Я вспомнил основы биологии. Увеличение не изменяет предмет, на который ты смотришь. Когда ты увеличиваешь что-то, ты не изменяешь того, на что ты смотришь. Но что изменяется, так это то, как ты воспринимаешь то, на что ты смотришь. Поэтому, когда Библия говорит, «О, возвеличьте Господа со мной», это означает, я вижу что-то в Боге, чего не видел раньше. Оно всегда там было, но он позволяет мне увидеть мимолетно это. Услышь меня, Нью-Бёрст, вы близки к тому, чтобы войти в места, которые всегда были в духовных сферах. И Бог упрашивал о ком-то, кто был бы достаточно отважен войти туда, куда боятся войти ангелы. Кто войдет в места, о которых они никогда и не мечтали. И поэтому нам нужно помазание Илии, которое будет бежать впереди всех. Они не будут пытаться ходить в движении Божьем, они будут впереди движения. Они будут опережать его и сегодня видеть, что Бог делает завтра. Его называют вездесущим, он везде одновременно. Пространственно-временной континуум, Бог везде. Именно поэтому единственное настоящее время — это сейчас. Единственное вечное время — это сейчас. Твое будущее, пойми, вот в чем проблема. Мы думаем, что вечность — это там. Вечность не может быть там. Потому что там неизбежно станет вон там. Твое будущее неизбежно станет чьим-то прошлым. Я докажу это вам. 11-10 секунд моего времени. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 секунд моего будущего только что стали моим прошлым. Если это верно для 10 секунд, это верно для 10 лет. Если это верно для 10 лет, это верно для 1000 лет. Верно для 1000 лет, верно для 10 тысяч лет. Твое будущее неизбежно будет чьим-то прошлым. Итак, если мое будущее не вечно, тогда что же вечно? Сейчас. Смотри, я докажу тебе. Что это за время сейчас? Смотри, 10 секунд моего будущего. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Что это за время? Сейчас. Через 10 лет от сейчас будет сейчас. 1000 лет от сейчас будет сейчас. 10 000 лет от сейчас будет сейчас. Пойми, сейчас ты не можешь описать его. Если ты сфотографируешь сейчас, к моменту, пока ты распечатаешь фото, это уже будет тогда. Если ты попробуешь описать его, к моменту, пока слова выйдут из твоих уст, это уже будет тогда. Сейчас это не что-то, что ты можешь... Итак, только сейчас верно, потому что всегда будет сейчас. Именно поэтому вера работает только сейчас. Сейчас вера есть осуществление ожидаемого. Сейчас вы уже сыны Божьи. Ибо время настанет, и сейчас уже. Это вроде противоречия. Оно настанет или сейчас уже? Все зависит от твоего восприятия. Оно настанет для тех из вас, кто может ждать этого, но для тех из вас, кто вышел из времени в вечность, то, чего вы ждете, другие получают сейчас уже.
Пока другие ждут благословения, ты получаешь благословение. Выходя отсюда, ты не пытаешься стать богатым, ты выходишь отсюда богатым. Ты не выходишь отсюда, пытаясь вылечиться, ты выходишь отсюда вылечившись. В этом проблема с учением «верю, что получу». До той поры, пока я верю, что получу, я буду отодвигать мое нынешнее ощущение на будущую дату. И до той поры, пока я верю, что получу, я не получу этого, потому что если ты спросишь меня, как ты получил это, ну я все еще верю, что получу это, значит, я только что снова отодвинул это от меня. Я не верю, что получу, я верю из того, что уже получил, не о том, что я буду иметь. Я уже получил, но оно еще не воплотилось пока. Однако, если это верно в будущем, это верно и с прошлым. Держитесь там на секунду, я должен добраться до Илии, но я хочу дать вам понять кое-что восхитительное. Если это верно в будущем, это также верно в прошлом. Опять же, Мармонидис, один из ведущих исследователей иврита, говорит, что Бог должен обитать во всех временах одновременно, иначе, если Бог прекращает быть в любом времени, то время перестает быть, и все времена, основанные на том времени, будут отсоединены. Я потерял вас. Хорошо, давайте делаем это настолько простым, что без помощника не заблудишься. В первый день Бог сказал, да будет свет. Бог движется во второй день и разделяет воды верхних от вод нижних. Если бы Бог передвинул все свое естество во второй день, свет, который был создан в первом дне, прекратил бы быть. Когда Бог движется во второй день и разделяет твердь небесную от твердь земной, Он по-прежнему в первом дне говорит, да будет свет. Когда Он подходит к третьему дню и создает светила большие и малые на небе, Он по-прежнему во втором дне разделяет твердь небесную от твердь земной, по-прежнему в дне первом, говоря, да будет свет. К моменту, когда он приходит в четвертый день и создает растительную жизнь на земле, он по-прежнему в третьем дне создавая светила большие и малые на небе, во втором дне разделяет верхнюю ветвь на верхнюю землю, по-прежнему в первом дне, говоря, да будет свет. К моменту, когда он добирается до пятого дня, создавая рыбу в море, птиц в небе, зверей на земле, он все еще в четвертом дне создавая растительность, все еще в третьем дне создавая светила великие и малые, все еще во втором дне разделяет верхнюю ветвь на землю, все еще в первом дне, говоря, да будет свет. К моменту, когда он входит в шестой день, берет полную пригоршню грязи и создает его по образу своему, вдыхает в него и называет человеком. Он по-прежнему в пятом дне, творя рыбу в море, птиц в небе, зверей на земле. Он все еще в четвертом дне, насаждая растительность на земле. Все еще в третьем дне создает великие и малые светила. Все еще во втором дне разделяет ветвь верхнюю и нижнюю. Все еще в первом дне, говорят, да будет свет. К моменту, когда он в седьмом дне оглядывается на все, что он сотворил, и говорит, «Слышь, я круче всех, я выдающийся». Он все еще в шестом дне, делая мужа по своему образу, все еще в пятом дне, создавая рыб в море, птиц на небе, зверей на земле, все еще в четвертом дне, насаждая растительность, все еще в третьем дне, творя светило, все еще во втором дне, разделяя твердь верхнюю и нижнюю, все еще в первом дне, говоря, да будет свет. Какое нам вообще до этого дело? Такое. Если Бог все еще там, если тебе поставили диагноз рак, врачи могут вылечить лишь рак, который у тебя есть. Сейчас. Но рак, который у тебя есть сейчас, ты получил не сейчас. Он был генетически передан тебе от пра-пра-пра-отцов. Но они не могут вылечить твоих пра-пра-пра-отцов. Поэтому есть вероятность, что я могу справиться с твоим раком сегодня, но твои дети, вероятно, получат тот же ген. Но когда Бог исцеляет, Он может вернуться в твое прошлое. Найти первую мутировавшую клетку. Проговорить к той клетке. Так что не только ты исцелен от этого рака, но и все после тебя, они будут подвержены этой болезни. Поймите, пророческая церковь может функционировать во всех тех сферах, потому что она ведь одновременно. Ты не пытаешься пойти куда-то, именно поэтому тебе нечего беспокоиться о твоем прошлом. Бог может оказаться там и изменить его. Он может изменить твоего неполноценного деда. Он может изменить это, даже если он мертв и похоронен. Ты можешь избавиться от этой неполноценности и этого родового проклятия, потому что Бог по-прежнему там и одним словом своих уст. Держитесь со мной, я через минутку начну проповедовать. Илия. Илия бежит впереди колесницы Ахава. Он убегает впереди колесницы Ахава. Библия говорит, что он ложится под можжевеловым кустом. Он ложится под можжевеловым кустом. Он говорит, о, Господь, достаточно, ибо я не лучше отцов моих. Есть опасность в церкви. Те люди, которые пытаются быть лучше своих духовных отцов. Есть дух, который будет атаковать молодежь, который говорит, я умею лучше. Есть дух, который атакует молодежь, который говорит, если меня не признают здесь, я уйду в другое место. И нам нужно чистилище. Уж если Илия, бывший величайшим пророком после Моисея,
говорит, я не лучше, хотя он совершил более великие чудеса, он никогда не собирался быть больше тех, под чьим духовным управлением он находился. Он не позволил его служению ударить ему в голову. Давайте, молитесь на языках со мной, не оставляйте меня здесь одного. Эдди-ди-ди! Так пишется Эдди. Я только что почувствовал его помазание. Библия говорит, что Илия лег под можжевеловый куст, заснул, проснулся утром, и стоял кувшин воды около его головы. Кувшин воды. Вода. Вода — это прообраз слова. Мы омыты водой его слова. Вода — прообраз слова. Слово было около его головы. Его голова. Тело не имеет рта, только голова. Пойми, мы слышали проповедь от тела последние два дня. Но мы скоро услышим, как голова снова заговорит. Мы слушали тело проповедующее, теперь глава хочет говорить. Главенство, власть Иисуса Христа. Именно поэтому, когда Иисус Христос появился на сцене, Иоанна Крестителя обезглавили, потому что он был прообразом старого движения Божьего. И когда Иисус появился на сцене, старое движение потеряло главу, потому что Иисус становился главой нового движения Божьего. Он пришел с властью провозгласить и заявить о том, что Бог собирается сделать. Вы еще здесь? Итак, Библия говорит, он идет, он пьет эту воду, опять спит, просыпается, и Библия говорит, что ангел приготовил лепешку. Он ест лепешку, и 40 дней и 40 ночей идет силой этой лепешки. То, что он съел, была ангельская еда. Он не постился 40 дней. Она содержала его. Это был эдакий энергетический батончик. Ангельский энергетический батончик. В следующий раз, когда я пойду в пост, это то, что я хочу взять с собой. Он содержал его. Итак, смотрите, это важно. Что Бог сделал? Бог знал, что пророку предстояло пройти, поэтому Бог дал ему вкусить его грядущей славы, чтобы справиться с нынешней болью. Пойми это. Ухвати это. Потому что для каждой великой цели есть великий процесс. Если ты высвободишь обетование без процесса, человек, получивший обетование, не видит стоимости, ценности этого обетования. Позвольте кормить вам по крохам. До той поры, пока вы покупаете своим детям кроссовки, они приходят домой, грязные по уши, и кидают их в угол. Но как только им придется найти работу и покупать за свои, внезапно, где твоя зубная щетка? Они почистили их и решили хранить их беленькими. Потому что теперь они понимают стоимость. Итак, Бог не дает нам чего-либо, по крайней мере, не ознакомив нас с процессом, дабы когда мы получим это, мы понимали стоимость. И это было бы более ценно для нас. Вы со мной? Итак, Илия питается от движения будущего дня. Пойми, Бог даст тебе вкусить будущей славы, чтобы уменьшить текущую боль. Когда ты приходишь в церковь по воскресеньям, ты приходишь сюда не просто почувствовать себя лучше, но ты приходишь получить видение твоего потенциала. Да, потому что когда ты возвращаешься обратно на адскую работу, с которой тебе приходится возиться, и в семью, и к полудуркам, с которыми тебе придется встретиться в понедельник, в воскресенье ты получил видение, и ты знаешь свой потенциал. И единственное, почему ты можешь быть верным на работе, потому что ты можешь быть верен в том, что Бог дал тебе. Это то, что Бог дал тебе видение грядущей славы. И ты знаешь, я делаю это временно, но я здесь не всегда. Да, потому что Бог показал мне видение. Может, я получаю крохи на этой парковке, но подожди, когда я заеду сюда на Бентли до того, как все закончится. И никто не может понять этого, но ты знаешь, ты заходишь в магазин, ни копейки в кармане. Твой кредит уже на дне настолько, что не хватит кредита, чтобы купить китайский велосипед без сидушки. И ты идешь туда, и просто автоматически ты подходишь к наиболее дорогим вещам. Тебя даже не привлекают дешевые вещи. Ты даже не знаешь, каково это. На автомате вытягиваешь что-то с полок, смотришь на ценник, говоришь, о, Боже, и кладешь обратно. Но тебя такие вещи просто манят автоматически. Ты приезжаешь мимо дилера Мерседеса, и что-то в твоем духе подпрыгивает, и хотя ты не можешь позволить это себе сейчас, ты смотришь туда и просто видишь себя там. Иногда ты просто катаешься по округе, и ты просто смотришь по домам, и что-то внутри тебя говорит, однажды, дорогуша. Иногда ты просто гуляешь, и ты... Иногда ты паркуешь машину за углом, и идешь высматривать, и даже несмотря на то, что у тебя нет денег, есть что-то в тебе, что говорит, я больше того, где я сейчас. Есть нечто в тебе, что говорит, я сейчас прохожу через это, но в любой момент отныне Бог разломит эти формы и выведет меня. Он приведет меня туда, где Он хочет меня видеть. Бог даст тебе видение будущей славы, чтобы ты был верен в процессе.
Он покажет тебе, на что ты способен, и никто другой не видит этого. Ты можешь быть верен, потому что ты знаешь, что Бог, когда другие смеются над тобой, перешагивают через тебя церкви, и даже руку тебе не пожмут. Если бы они сегодня знали, с кем они сидят. Некоторые из вас, вы боретесь, чтобы пожать руку епископу. Вы хотите пожать мою руку после собрания, вы хотите пожать руку Роберта после церкви. Но если бы вы только знали, с кем рядом вы сидите. Может быть, они немного себя представляют, но если бы ты знал, кем они станут. Если бы ты видел, что Бог видит в них. Ты бы боролся за их номер мобильника, если бы только знал. Прикоснись к своему соседу и скажи, если бы ты только знал, кто я, ты бы просил мою визитку. Садитесь, я, может, начну проповедовать. Библия говорит, что Илья шел. Носили этого хлеба 40 дней и 40 ночей. Ветер пришел, землетрясение было, огонь был. Бога не было ни в чем из этого. Но Бог проговорил после этого. Бог проговорит после ветра, после огня, после землетрясения. Ему нужно разрушить в тебе все, что не построено на Царстве Божьем. Ему нужно вычистить из тебя все, что не построено на Царстве. Огонь поглотит, и землетрясение потрясет, и ветер выдует это. Все, что в тебе... Иногда мы говорим, почему я прохожу через все это? Бог хочет сказать тебе что-то. Пойми, не пренебрегай процессом. Бог, почему кажется, что весь ад ополчился против меня? Бог говорит, потому что я хочу тебе сказать кое-что. Я хочу сказать тебе кое-что, и там, где ты сейчас, ты не готов к этому. Поэтому мне нужно вытряхнуть из тебя все, к чему ты думал, ты веришь. Мне нужно выбить из тебя эти мелкие религиозные традиции, ту религиозность, которую ты припер с собой, всю ту ерунду, которую ты притащил с собой с первого знакомства с церковью. Мне нужно потрясти это, дабы когда я заговорю, ты бы смог различить мой голос. Услышь меня Духом Святым. Бог хочет, чтобы ты различал Его голос. И когда все начинает валиться, я в восторге. Я говорю, Бог скоро заговорит. Когда все идет гладко и ничто не рушится, меня это беспокоит. Я в стрессе, потому что это значит, что Богу нечего сказать. Когда что-то начинает валиться, когда дьявол начинает... Позвольте мне сказать вам кое-что. Враг, может, я дам вам откровение и не возьму с вас денег. Это подарок. Врагу позволено атаковать лишь то... Услышь меня. Там... где Бог уже утвердил тебя. Смотри. Слушай. Это откровение. Такое не отхватишь на книжном столе. Послушай меня. Дьявол сказал Еве, что в день, когда вкусишь, ты будешь как Бог. Проблема в том, что она и была как Бог. Итак, он атаковал то, в чем Бог утвердил ее. До вас не доходит? Почему? Потому что у дьявола есть доступ к духовной информации. И он знает, где ты в твоем прогрессе по достижению своей цели. Ты не знаешь этого, потому что ты ходишь по вере, а не по видению. Но он видит, что каждый день ты ближе. Поэтому он начинает атаковать тебя в том, где Бог пророчествовал тебе обетование. Дайте мне показать вам. Другими словами, если дьявол связывается с твоими деньгами, это лишь от того, что где-то в духовном мире он услышал шепот, что Бог готовится благословить твои финансы. Он связывается с твоей семьей, это потому, что он услышал в духовных сферах, что твоя семья будет спасена, освящена, исполнена Духа Святого, крещена огнем. Тебе следует возбуждаться, потому что в следующий раз, когда дьявол свяжется с тобой, тебе следует танцевать прямо там и говорить, ты знаешь, теперь я знаю, я не знал, что Бог хочет благословить меня в этом, пока ты не связался со мной в этом. Я не знал, что у Бога была некая цель, связанная с этим, но благодаря процессу. Мне нужно двигаться, мне нужно добраться до Елисея. Библия говорит в 19 главе, 3 Царств 19, стих 19, и вот он пошел оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он пахал. 12 пар валов было у него. Пахал. На 12 парах валов. 12. Число 12. 12 патриархов. 12 племен. 12 апостолов. 12 ворот. 12 оснований. Елисей пахал на 12 упрягах валов. Апостольское служение призвано вспахивать целину.
апостолы будут разбираться с проблемами, с которыми другие церкви боятся разбираться. Они начнут разбираться с темами, которых большинство людей избегают. Потому что они призваны вскрывать почву. Ту, что религия утоптала. Вы не слушаете меня. И пойми, когда пророк вспахивает, некоторые из вас, ваши сердца были вспаханы со времени, как вы пришли в это собрание, твои намерения были вспаханы, твой карманный пятилетний план был вспахан. У тебя твоя жизнёшка вся была расписана, распланирована, что у тебя будет к такой-то дате. И ты просто соглашался на посредственность, не особо многого хотел, просто маленький домик. Знаешь, так, 2,5 ребенка, так, пару секунд на Багамах. Пенсия та, которая копеечная, понимаешь? Что угодно. Вся твоя жизнёшка была расписана, и потом слово от Бога прошибло тебя. И начало вспахивать твою целину, и ты начал верить Богу о том, о чем никогда не верил Богу. И вот он, ты получаешь образование, работая на другого человека. Теперь ты начинаешь верить в свой бизнес. Раньше такого не было. Откуда это взялось? Вспаханный, вскрытый. Что-то вскрылось в тебе. Что-то вскрылось. Ты знаешь, Библия говорит, как было во дни Ноя, так будет и во дни, когда Сын Человеческий явится. Ты знаешь, что происходило во дни Ноя? Мы всегда фокусируемся на том, что дьявол делает. Нам нужно видеть, что Бог делает. Две вещи происходили, которые Бог сделал. Библия говорит, что Бог открыл окна небесные и открыл источники бездны. Могу я пророчествовать некоторым из вас? Некоторые из вас, вы просто пришли сюда, ни с кем не связывались, просто отдать свою десятинку и домой. Пришли в церковь, пошли домой, не хотели связываться ни с кем. И как-то проповедь с этой кафедры открыла источники твоей бездны. И что питало тебя, перестало питать тебя. И что-то внутри тебя говорит, должно быть больше. И что было достаточно для тебя вчера, уже недостаточно больше. И что было тебе по нужду вчера, уже не удовлетворяет твоим потребностям, глубина стала призывать глубину. И что-то внутри тебя говорит, должно быть больше. Ты думал, что ты сходил с ума, и никто не мог понять тебя, потому что ты говорил с другими христианами из другого служения, они просто вылупили глаза, как ротвейлер. Потому что они не поняли, о чем ты говоришь, говоря, «Ня, есть больше, чем просто пение, и просто хлопанье, и просто говорение языками». Есть что-то внутри нас, что говорит, «Обладай землей». Есть что-то, есть часть тебя, которая говорит, «Ня, либо это верно, либо нет, либо все правда, либо все ложь, либо Бог может это все, либо Он вообще ничего этого не делает». И так есть часть тебя, которая верит Богу о вещах, о которых ты никогда и не мечтал верить Богу раньше. И ты в замешательстве. Ты идешь говорить со своей семьей, а они лишь, ну да, как только ты начал ходить туда в Нью-Бёрд, вместе со всеми теми шизиками, все вы теперь миллионеры. Как это все сатирично? Ты ходишь туда, и ты думаешь, что ты кто-то. Нет, 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 это ты думаю, что я кто-то. Так что проблема не со мной, проблема с тобой. Люди будут ненавидеть тебя, когда ты выделишься из толпы. Ты знаешь, что неполноценность легко скрыть неполноценностью других. Никто не будет знать, насколько ты рехнулся или насколько ты вляпался, пока ты будешь рядом с теми, кто тоже вляпался. Но как только один решит, я не останусь в этом кавардаке, и ты вырываешься, и ты говоришь, неа, я вырвусь из нищеты, я вырвусь из этого горсобецовского мышления, я вырвусь из разрухи, и я перехожу на следующий уровень, я выбираюсь из этой религиозной традиции, и я двигаюсь в то свежее, что Бог делает. Как только ты скажешь это, они будут ненавидеть тебя, потому что их неполноценность стала очевидной от твоей готовности быть исцеленным и восстановленным. Есть некоторые люди, которые хотят держать тебя ниже плинтуса. Разве ты не знаешь, что твои друзья — это пророчество того, куда ты идешь? С кем ты тусуешься сегодня, будет определять, кем ты будешь завтра. И у некоторых есть искренний интерес держать тебя в банкротстве и одиночестве, и бездомным, потому что до той поры, пока ты бездомен, и они бездомны, вы все бездомны, тогда никто не воспринимает другого как бездомного. Но как только ты вырвешься из этого, теперь им надо говорить, им нужно отвечать, и они ответственны за это, а они не хотят быть ответственны за это, потому что поэтому они продолжают удержать тебя, продолжают говорить негативные вещи в твой дух, и тебе нужно сказать, я вырываюсь из этого, дьявол же, мне нужно, чтобы пришел апостол с валами, вспахал целину, и даже если это значит, что некоторые воскресенья, я не буду выходить из церкви довольным, я буду уходить отсюда в ярости, некоторые воскресенья тебе придется уходить отсюда банкротом, иногда ты будешь выходить отсюда, говоря, все, с меня хватит, я больше не могу, я не дотягиваю, но когда ты сядешь в машину и поедешь, Дух Святой начнет вычищать и очищать внутри тебя, и говоря, ты еще вернешься туда, как ты можешь пойти куда-то еще, знаешь, что именно здесь слова вечной жизни. Но это зацепит тебя. Я называю это синдромом страшненькой симпатяшки.
Что ты делаешь? Это ты берешь среднюю выглядящую девчуху и тащишь ее среди уродливых девчат. И она выглядит прекрасно. Но как только ты уведешь ее от уродливых и поставишь ее одну, она просто серенькая. Некоторые люди окружают себя теми, у кого больше проблем, чем у них, чтобы выглядеть лучше. Даже хотя у них и не так уж много чего есть, по сравнению с тем, с кем они рядом, у них больше. И так что происходит, мы ищем себе в окружении духовных неженок, чтобы мы казались сильнее, вместо того, чтобы искать духовных гигантов, что может значить, если я рядом с гигантами, на некоторое время я, может быть, лакей. Но если я продолжаю околачиваться рядом с гигантами, может, они от меня ноги сегодня вытирают и смеются надо мной сегодня, и говорят, он есть никто, и говорят, он сосунок сегодня, и он вонючка, и он просто сказочник. Но даже если я найду гигантов и буду рядом с ними сегодня, может, мне придется мириться с тем, что ты пренебрегаешь мной сегодня, но в будущем, чем после того, как ты перерастешь свое пренебрежение ко мне, я поднимусь к своей судьбе. Я предпочту тусоваться с гигантами и иметь за что бороться, нежели околачиваться с трусами и не иметь с чем мириться. Слышь, мне самому аж понравилось. Буду жертвовать. Мясо. Если мне самому не нравится мое проповедование, никому другому оно и подавно не понравится. Библия говорит, что Илия нашел Елисея пашущим. Садитесь, я скоро начну проповедовать. Садитесь. Илия призывает Елисея на 7 лет учебы. Елисей путешествует с Ильей. Вот где ключ. Елисей никогда не совершал чудес. Итак, Елисей путешествует с Ильей. Елисей путешествует с Ильей в конце его служения. Когда его служение заканчивается, и все, чем он занимается, он лишь служит мужу Божьему. 7 лет. Готовит, чистит, делает все необходимое, что нужно в это время. Заботится о нем, служит, изливает свою жизнь. Изливает свою жизнь. Изливает свою жизнь в мужа Божьего. Изливает свою жизнь в него. Изливает свою жизнь в него. 7 лет. У него нет мечты, у него нет пророчества, ему не дано слово, и он не проводит конференции, ему не дают ни звука, ни ползвука. Он ничего не получает, он не пророк, он не служитель, ему не дано удостоверение служителя, ему не дают вывеску, ему не дают пропуска, ему не дают воротничка, ему не дают рясу, ему не дают кассет, ему не дают крокодилов, ничего, просто служит. Ничего, вообще ничего привлекательного, просто служит. Он ничего не хочет. Он ничего не просит. Пойми, если ты чего-то просишь, позволь мне сказать тебе кое-что. Если тебе приходится чего-то просить, то ты к этому не готов. Если мне приходится подходить к тебе, епископ, и спрашивать, когда ты дашь мне проповедовать? Я не готов проповедовать. Я здесь уже 7 лет член. Я здесь с той поры, как вы начали церковь. Ты ничего не поручал мне делать. Значит, ты не выделил себя. Не сделал так, чтобы тебя заметили. Чтобы о твоей жизни начали спрашивать. Не злись на людей, что они тебя не замечают. Выясни, что настолько сильно не так с тобой, что ты не развил в себе дух совершенства во всем, что ты делаешь, дабы эти люди захотели спросить, кто этот человек? Что он делает? Почему он не здесь, не рядом со мной? Вы еще здесь? Елисей служил и ничего не просил. Так что, наконец, когда Илия готовится быть восхищенным на третье небо, Библия говорит, что Илия приходит к месту, которое называется Галгал. И когда он приходит в Галгал, он говорит Елисею, останься здесь, я хочу, чтобы ты... И Елисей говорит, не останусь. Пока жив Господь, пока жива душа твоя, куда ты пойдешь, туда и я иду. Куда ты, туда и я. От меня не так легко избавиться. Галгал — это место, где Иисус Навин обрезал детей Израиля перед тем, как они попали в землю обетованную. Заметьте, прежде чем ты доберешься до обетования, тебе нужно разобраться с плотью. Почему плоть? Почему обрезание? Почему завет, который Бог заключил с Израилем, был в обрезании? Из всех мест, с которыми он мог бы разобраться в завете, почему мужской детородный орган? Почему? Потому что Израиль был малым народом. И единственный способ гарантировать их успех был в том, чтобы гарантировать их рост, гарантировать преуспевание, гарантировать, что у них много детей, и излишняя плоть мешает беременности. До вас дошло? Мы все здесь взрослые. Дошло? Понимаете? Излишняя плоть мешает беременности. До вас не доходит. Излишняя плоть. Причина, почему ты ходишь сюда и по-прежнему не знаешь видения, это из-за излишней плоти.
У тебя могут быть мужчины в лидерстве, женщины в лидерстве, но из-за того, что их плоть стоит на пути, они могут быть здесь и делать все правильно, и по-прежнему не иметь видения. Они по-прежнему не беременны целью Божьей. Наши собственные замыслы, наши собственные проблемы. И так он говорит, останься здесь. И Елисей говорит, жив Господь и жива душа твоя, куда ты пойдешь, туда и я иду. От меня не так легко отмазаться. Пойми, у тебя будет много шансов потерять связь с Божьей целью. И доберутся к ней лишь те, которые хотят этого достаточно сильно, чтобы сказать, я остаюсь, ты от меня не избавишься. Я никуда не уйду, потому что мне это нужно. Мне нужно то, что Бог имеет в тебе. Видишь, тебе нужно понять, что есть некоторые вещи, есть определенные помазания, которые привязаны к людям. Ты можешь купить все их книги, все их кассеты, все их проповеди, узнать, как они все это делают, но есть помазания, которые не перелетны. И единственное, как ты сможешь получить это оставаясь подсоединенным к человеку, на ком есть это помазание. Годы назад увековечили фразу «Некоторым вещам нельзя научить, ими можно только заразить». Некоторым вещам можно лишь научить. Роберт говорит, что у него был богатый папа и бедный папа, и чтобы перенять все, ему нужно было быть поближе к богатому папе. И слушая, что он делал, и смотря, что он делал, он научился и получил нужную информацию. То же самое в твоей жизни. Есть некоторые вещи, которые тебе просто нужно наблюдать. В некоторых вещах тебе просто надо быть рядом с помазанием. Тебе всякий раз, когда открыты двери церкви, библейские курсы, что бы то ни было, что бы они ни делали, любую конференцию, тебе нужно быть там, потому что ты никогда не знаешь, когда будет передача. Пойми, весь вопрос в том, насколько сильно ты этого хочешь. Вопрос в том, действительно ли ты веришь, что цель Божья есть здесь. Или ты просто присоединился к этой церкви, чтобы воровски наслаждаться через нее успехом. Или ты присоединился к ней, потому что здесь есть что-то для тебя. И ты ничего не делаешь, пока ты не получишь это. Я остаюсь здесь, потому что мое благословение здесь. Теперь смотри, смотри. Илия говорит, оставайся здесь, я не останусь. Теперь он дает этот шанс Елисею уйти, потому что в конце концов суть в том, что Бог даст нам, Бог, ты... Позвольте мне сказать вам кое-что. Если тебя еще не обидели в служении, продолжай приходить сюда. И Бог иногда побудет, услышь меня, услышьте меня, лидеры. Бог иногда заставит качество поставленного мужа раздирать твой характер. И ты даже не знаешь почему. Потому что Бог дает тебе шанс уйти. Потому что единственные, кто получают это те, кто остаются. Бог говорит, уходи, останься там. Я не остановлюсь там. Я не понимаю всего, что ты делаешь. И я не на этом уровне совершенства пока, но я буду прямо здесь, потому что я знаю, где есть помазание. Пойми, есть место в Боге, когда ты действительно доберешься туда, уже не важно, какой ценой ты будешь верен. Галгал, обрезание плоти, оставайся здесь, я не остаюсь здесь. Потому что суть в верности, суть не в помазании. Мы большое ударение делаем на помазании. Мы думаем, что помазание настолько чудесно. Ой, Боже, это помазание, но есть следующий уровень за помазанием. Разве верность? Верность? Абсолютно. Бог никогда не говорил, войди, мой добрый и помазанный раб. Он сказал, войди, мой добрый и верный раб. Так важно ли тогда помазание? Абсолютно. Но помазание — это вторичное последствие служения. Верные люди, или, послушай, помазанные люди редко бывают верны. Но верные люди всегда будут помазаны. Вы слушаете меня? Поэтому я бы предпочел прийти в дом и быть верным, но не помазанным, нежели прийти помазанным и уйти, как только кто-то подкинет мне что-то лучше. Потому что тогда я наемник. Вы не слышали меня? Вот почему церковь движется от оруженосцев к сыновьям. Потому что ты знаешь, что происходит с оруженосцами в огне боя? Они убегают. В жаре боя оруженосцы иногда убегают, но сыновья остаются с отцом. И мы переходим из позиции оруженосцев в положение сыновства. От позиции поиска помазанных людей в позицию поиска верных людей. А тех людей Бог взрастит. Пойми, что уникально в таком доме, как этот, это то, что Бог взращивает людей из тусклых мест. И те, кто считает, что имеет право делать, все ими пренебрегают. Когда те, кто никогда не думал, что им достанется шанс, Бог начинает взращивать их, потому что они никогда не предполагали ничего. И так Бог начинает признавать и помазывать людей из темных мест и поднимает их в выдающееся положение. Останься в Галгале, не останусь. Хорошо, пошли в Вифиль. Останься в Вифиле. Жив Господь, жива душа твоя, не останусь. Вифиль — это место откровения. Кто-то скажи откровение.
Почему Вифиль так важен? Потому что Вифиль — это место, где Иаков увидел лестницу, которая вела на небо и обратно на землю. И Библия говорит, что ангелы восходили, скажи «восходили». И после они не сходили, скажи «не сходили». Что значит, если они восходили, значит, эти ангелы пришли не с неба. Если они восходили, эти ангелы пришли с земли. Вы уловили? Итак, они восходили. Эти ангелы, привет, ангелы, семь ангелов, семи церквей, привет, послы, привет, ангелы. Ангелы, лидеры, пастора, ангелы, которые восходят в разум Божий, получают глубины Божьи, и потом не сходят, и делают их такими простыми, что без помощника в них не запутаешься. Восходят в разум Божий, и потом снисходят, чтобы так проповедовать, чтобы проститутка и наркоторговец мог понять это. Восходят в разум Божий, берут глубокие вещи Божьи, и снисходят так, чтобы ученик воскресной школы мог понять, что Бог говорит. Восходили и не сходили. Восходили и не сходили. Это не единственный раз, когда Писание говорит о восхождении и нисхождении. Библия говорит в Евангелии от Иоанна во второй главе, что они восходили и не сходили. Когда Нафанаил увидел Иисуса, и Иисус сказал: «Нафанаил, я видел тебя под смоковницей». Помните этот отрывок Писания? «Я видел тебя под смоковницей», и Нафанаил говорит: «Воистину, ты пророк». Но сказать, что я видел тебя под смоковницей, это как сказать кому-то, кто живет в Джорджии: «Я видел тебя возле персиков». Я о том, что это не похоже на больших пророков, этого недостаточно, чтобы заказывать меня на следующую конференцию. Это все равно, что я скажу жирному человеку: у тебя проблемы со спиной. Это не пророчество, это дух догадливости. Итак, Иисус говорит: ты... И когда Иисус сказал: я видел тебя под смоковницей, он не говорил о дереве смоквы в тот день. Он сказал: Нафанаил, ты думаешь, что мы встретились лишь сегодня? Мы с тобой не сегодня встретились. Нафанаил, когда Адам согрешил и покрыл тебя листьями смоковницы, я видел тебя, когда ты был там, под смоковницей. Я видел тебя в Адаме. Я назначил тебе время приема еще тогда, встретиться сегодня. Вы не слышите меня. Понимаете ли вы, что некоторым из вас Бог назначил прием на сегодня? Понимаешь, здесь есть некоторые из вас с предназначенной целью. Вы беременны этим смыслом. Бог сказал Еремии: до того, как ты оказался в чреве матери, я знал тебя. Прежде чем ты оказался в чреве матери, я знал тебя. Прежде чем ты пришел на землю, я уже общался с тобой. Твои мать и отец были пригодны для твоего удела, но не обязательны. Они лишь предоставили тело, но именно Бог, который вдохнул в них. Прежде чем твои бабушка и дедушка пошли на первое свидание, Бог уже знал тебя и дал тебе удел и цель. И уже сказал тебе: есть великие вещи, которые я приготовил для тебя. И ты не от твоей мамы произошел, ты пришел через свою маму, но не от нее. Библия, и знаешь ли ты, что лекарство от рака, лекарство от СПИДа, может быть, сидит в этом зале? Знаешь ли ты, что еще одна многомиллионная идея сидит в этом зале? Знаешь ли ты, что здесь несколько миллионеров в этом зале, и они еще не миллионеры, но они беременны этими причинами, они просто не помнят, кто они такие, поэтому им нужно обновить свой ум. Перестаньте просить нового ума. Тебе не нужен новый ум, тебе нужно обновить свой ум. Нельзя обновить то, чего у тебя не было раньше. Если ты обновляешь подписку на журнал, ты обновляешь, потому что ты уже был подписан. Поэтому, если ты обновишь свой ум, ты не получаешь новый ум, ты получаешь ум, который у тебя был в Боге до того, как ты оказался в твоей маме. Ты возвращаешь себе изначальный ум, так что это уже сейчас в твоем уме, ты просто забыл об этом, правда? Прямо сейчас есть дар, есть идея. Можете себе представить, кто-то за рулем, и в машине шарик его ребенка перед ним, и он ударяет по тормозам, и шарик залетает вперед, он ударяется по шарику, отскакивает, и это спасло ему жизнь. И тогда подушка безопасности. Миллионер. Вот он, парень по имени Уолт Дисней. Ему учитель говорит: нарисуй крысу. Его крыса говорит: вон из моего класса. Не бывает говорящих крыс. Он взял свою говорящую крыску и отнес свою говорящую крысу в RCA и в General Electric и в Coca-Cola и построил империю Диснея, беременен чем-то, что его мать и отец не могли дать ему, и чего другие люди не понимали. Нафанаил, я видел тебя, когда ты был под смоковницей. Вифиль — место откровения. Останься в Вифиле, я не останусь в Вифиле. Потому что откровение — это хорошо, но нельзя разбивать лагерь вокруг откровения. Потому что откровение, если оно не практично, оно ничего не значит. Истина в том, что у нас есть много людей, которые имеют великие откровения, но они не знают, как применить их к моей жизни. Поэтому ты знаешь больше Писания, чем я знаю, но ты живешь ничем не лучше того, как я живу. Если это неприменимо, это бесполезно. Он привел его к Иерихону. Иерихон, 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 Иерихон. Оставься в Иерихоне, я не останусь в Иерихоне. И все это время, сыновья пророков следовали. Потому что будут люди, которые будут следовать за движением Божьим и никогда не присоединяться к нему. У тебя будут люди, которые будут приходить сюда каждую неделю и так и не присоединяться к дому. У нас будут люди, которые побоятся присоединиться. Почему? Всегда будут люди, которые будут следовать за движением Божьим, но не присоединяться к нему.
Они хотят покататься на твоем успехе, но не хотят вкладывать в него. Знаешь ли ты, что в основном у тебя отношения с людьми, которые всегда берут и ничего не дают? Вкладывай, вкладывай, вкладывай. Ты даешь, даешь, даешь. И никогда ничего не получаешь от них в ответ. Итак, эти сыновья пророческие следуют, 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 но ничего не вкладывали в него. Но беря, 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 постоянно говорили, присоединяйтесь к нам, оставайся здесь, присоединяйтесь к нам, оставайся здесь, присоединяйтесь к нам, оставайся здесь, я не останусь, я остаюсь человеком, я не остаюсь со школой, я не остаюсь со служением, я не присоединен к служению, я прилепился к человеку, я не прилепился к методу, я прилепился к человеку, я не прилепился к помазанию, я прилепился к человеку, я знаю, на ком есть помазание, оно на человеке, я знаю, в ком есть послание, послание в человеке, и я знаю, на ком служение, служение на человеке, поэтому я остаюсь человеком. Итак, Елисей говорит, я остаюсь человеком. Ты можешь оставаться со служением, ты можешь оставаться в Иерихоне, если хочешь, но я остаюсь человеком. Остается верен. И посмотри, что происходит. Иисус, Иерихон, это стена, которая отделяет нас от города, который есть у Бога для нас. Яхошуа, Джошуа, Яхошуа, записывается как Иешуа, переводится как Иисус. Иисус и Джошуа — это синонимы. Одно имя — Бог — мое спасение. Итак, текст можно было бы прочесть, что Иисус пришел завоевать город. Кто есть город? Ты — город, поставленный на вершине горы. Итак, Иисус хочет овладеть городом, но он не может, потому что есть стена. Что за стена? Баптисты, методисты, лютеране, католики, пятидесятники, Церковь Божья во Христе, PAW, Ассамблея Божья. Все эти стены мешают ему. И потом, когда голоса приходят, они начинают разваливать эти стены. Когда проповедь, когда приходит звук трубы, и стены начинают падать. Пойми, некоторые из вас, вы окружили себя стенами, потому что тебя ранили в прошлом, потому что кто-то что-то плохое сделал тебе, и ты не можешь доверять. И Бог хочет благословить тебя, но Он не может, потому что твоя маленькая стена типа защищает тебя. И Бог говорит, я пытаюсь разрушить эту стену. Я посылал голоса, чтобы обрушить стену, дабы слово сказанное проникло в твой дух и проросло ради следующего поколения. Но ты настолько занят, закладывая камни обратно в стену, каждый раз, когда камень падает, каждый раз, когда ты приходишь в церковь, и часть твоей стены валится, ты идешь домой и начинаешь заново отстраивать свою стену. Каждый раз, когда что-то пробито в твоей жизни, ты идешь домой и просто добавляешь, просто кладешь что-то еще. И тебе нужно бы сказать, Бог, просто разрушь мою стену, Бог, чего бы то ни стоило, потряси мой мир, избавься от всех моих стен, дабы в следующий раз, когда я приду, ты мог бы обладать своим городом. Потому что, в конце концов, это то, теперь останься в Иерихоне. Я не останусь в Иерихоне. Теперь Библия говорит, 50 сынов пророческих смотрят на Илию. Илия, Елисей, иди к Иордану. Он говорит, я должен пойти к Иордану. Он говорит, что? Пойдешь к Иордану со мной? Куда ты пойдешь, куда я пойду? И пока жив Господь, и пока жива душа твоя, я буду с тобой. Библия говорит, что они подходят к Иордану. Иордан — это прообраз смерти. Смерть. Вот теперь та часть, где 50 сынов пророческих стоят поодаль. Мы пойдем за тобой в Иерихон, Вифиль и Галгал. Но мы не собираемся умирать. Понимаешь, есть много людей, которые будут следовать за помазанием до тех пор, пока им не придется умереть по отношению к своим замыслам. Если пшено пшеницы, зерно пшеницы останется одно. Если оно не умрет и не будет посеяно, оно не принесет плода. Вот в чем ключ. Некоторые из вас имеете мечты и видения, и цели, которые Бог, и служение, служение, и бизнес, и идеи. Но Бог говорит, послушай, что ты имеешь сейчас, это неуспешно. Поэтому тебе нужно позволить этому умереть и быть посеянным. Посеяну во что-то большее, чем ты. Дабы когда оно прорастет, оно произвело много плода. Каждое служение в этой церкви, каждый проповедник, все, кто хочет проповедовать, кто раньше проповедовал, захочет стать проповедником, все из пятигранного служения должны позволить своему маленькому служению умереть и быть посеяну. И сказать епископу Лонгу, скажи, епископ Лонг, я здесь для вас. У меня нет замыслов, кроме того, что Бог говорит делать тебе. У меня нет, я не жажду твоей кафедры, я жажду твоего дома. Я не хочу этого, я хочу твоего сердца. Не трибуну, я не хочу твой микрофон, но я хочу твоего сердца. Я хочу, чтобы ты знал, что я тобой, и я не уйду, я прилепился к цели Божьей. Потому что я знаю, кого Бог использует. Видишь, и большинство людей упускают это. Они упускают это, потому что они говорят, потому что большинство из нас ходят в такие церкви, потому что это просто круто. Потому что если я прихожу куда-то со своим служением и вручаю кому-то свою визитку, и они спрашивают, в какую церковь ты ходишь? Я хожу в New Birth. И это сразу двигает меня по духовной лестнице. Это только что дало мне ранг. Но когда ты говоришь, я здесь не ради этого, я здесь ради цели Божьей. Я здесь ради видения Божьего, и я никуда не иду. Теперь смотри, я закончу на этом. Оставайся здесь в Иордане, я не остаюсь здесь. Библия говорит, 50 сынов пророческих, 50. 50 означает пятидесятницу. Пентекост на греческом — это 50. 50 дней после Пасхи, пятидесятница, улови это. Вот почему нет такого существа, как пятидесятник. Хотя мы говорим так, я иногда говорю, я тоже пятидесятник. Но правда в том, что я не пятидесятник, потому что есть три праздника, Пасха, Пятидесятница и Кущи. Ты не становишься праздником, ты празднуешь его. Когда ты последний раз видел, как кто-то встал 8 марта? Эй, ты какой религии? Я 8 марта. Я Рождество. Я Ханука, потому что это восьмидневный праздник, и это намного круче. Ты не становишься этим, ты празднуешь это.
Итак, смотри, первое, что ты делаешь, как он говорит, ты меняешь свой словарный запас. Иногда мы неблагословенны, потому что мы используем старые заезженные присказки. И мы в заторе, потому что наш язык неверен. Поэтому тебе нужно исправить свой язык. Поэтому, если пятидесятница, я не пятидесятник, но я пережил пятидесятницу, я получил залоговый платеж, но есть другой праздник, который называется Суккот или праздник кучей, то есть полнота. Почему бы я остался в пятидесятнице, которая лишь начало урожая? Это лишь залог, когда Бог хочет, чтобы я получил полноту. Зачем я останусь в залоге? Ты можешь внести, ты можешь купить дом за 500 000, внести 450 тысяч за него. Если ты не заплатишь оставшиеся 50 тысяч, они по-прежнему изымут твой дом за неплатеж. И не важно, насколько велик залог. Мы настолько в восторге от нашего маленького залога. Мой маленький залог дает мне говорить языками. Мой залог дает мне бегать по церкви. Мой залог дает, заставляет меня пророчествовать. Мой залог дает мне восторг. И мы в таком восторге от залога. И мы в церкви уже 30 лет и до сих пор не увидели зарплату. Цель этого аванса, духа, залога, который дан. И я заканчиваю быстро, но послушай, причина, почему Дух Святой дан нам, в том, чтобы сказать, что Бог серьезен с нами. Когда молодой парень встречается с девушкой и хочет жениться, что он делает? Он одевает перстень с бриллиантом на ее палец. Этот перстень с бриллиантом значит, что они помолвлены, но это не означает, что он может наслаждаться преимуществами брака. Лучше не приближаться слишком близко, это всего лишь перстень. Меня не волнует, даже если этот перстень на 6 каратов в платиновом обрамлении и по 2 финтифлюшки с каждой стороны. Огранка от Cartier. Неважно. Потому что перстень с брюликом — это всего лишь аванс, это лишь пятидесятница. Это лишь пятидесятница. И насколько прекрасен бы он ни был, наступит день, когда она выйдет замуж, и они женятся друг на друге, и она больше не будет носить перстень с брюликом. Она оденет просто кольцо, потому что она получает что-то более дорогое, чем перстень с брюликом. Что? Его. Пойми, ты получаешь Духа Святого, ты одеваешь его. Как долго я буду исполнен Духа Святого? Пока я не стану как он. Когда я становлюсь как он, мне не нужен больше Дух Святой, потому что я буду как он. Ходя как он, изгоняя бесов, воскрешая мертвых, исцеляя больных, делая все, что он сделал прямо как он. Но до той поры у меня есть Дух Святой. Святой Дух здесь для того, чтобы они не связывались с нами. Зачем ты хочешь, чтобы этот перстень с брюликом был таким большим? Если ты уехал из города, и твоя девушка посещает чью-то церковь, и там молодой парень смотрит на нее через весь зал и говорит, а она симпатичная, когда она поднимет свою руку в поклонении. Ты хочешь, чтобы перстень говорил мне «прикасайся»? Вы еще со мной? Смотри, смотри. Смотри, я заканчиваю. Залог, залог. Ты успокоился на залоге. Но Бог хочет, чтобы ты имел полноту его присутствия. 50 сынов пророческих смотрят, он перетекает в смерть. Большинство людей не хотят умирать в своих замыслах, не хотят смерти своих целей. Позвольте мне сказать вам кое-что. До той поры, пока ты деешь со своими замыслами, со своими целями, со своими молитвами, ты никогда полноценно не подключишься к видению, которое Бог поместил сюда. Ты не увидишь видение, пока ты не дашь своему видению умереть. Ты никогда не получишь полна преимущества New Birth или этого мужа Божьего, того, что этот апостол Божий может вложить в твою жизнь, пока у тебя есть твоя идейка о том, что здесь будет. Ты должен пожертвовать своим Исааком. Ты должен, по крайней мере, быть готовым принести его на алтарь. Даже если Бог не требует этого. Тебе нужно, по крайней мере, быть готовым принести его на алтарь. Смотри теперь. Пересекают Иордан. Чего тебе надо от меня? Я хочу двойную порцию твоего духа. Смотри, это ключ. Смотрите, лидеры, смотрите сюда. Не двойную меру помазания, не двойную меру Духа Божия. Потому что Дух Божий, он без меры. Но двойную меру твоего духа. Я хочу того, что есть у тебя. Пойми, есть помазание, прикрепленное к человеку. Я хочу двойную меру твоего духа, епископ Лон. Не бывает отправления без вложения. Услышь меня. Нет отправления без вложения. И единственный, кто может сказать тебе, что ты получил вложение, это тот, кто вкладывает. Другими словами, твой наставник, ты не можешь уйти от твоего наставника, твой наставник должен быть взяден от тебя. Никогда протежируемый не решает, все, мои дни закончились. Это работа отца сказать сыну, уходи из моего дома. Вы еще со мной? Смотрите теперь, и я заканчиваю. Сколько ему нужно это делать? Вот что он говорит. Чего тебе надо? Двойную меру твоего духа. Чего ты просишь у меня, это трудно. Чего ты просишь у меня, это трудно. Почему это трудно? Потому что Елисей, ты видишь Илию как человека. Ты настолько привык ко мне, что ты не можешь получить, что я имею. Откройте со мной Второзаконие 15:18, и я заканчиваю. Еще один стих. Дайте мне еще пару минут. Второзаконие 15, фактически, давайте начнем с 12 стиха. Когда откроете, скажите аминь.
Стих 12. «Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то 6 лет должен быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, то не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от ста твоих, от гумна твоего и точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой. Потому я сегодня и заповедую тебе сие. Если же он скажет тебе, не пойду от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что ему хорошо у тебя». Знакомо звучит? Это знакомо звучит? Разве это не похоже на то, что Елисей сказал? «Оставь меня, настало время тебе уйти, я не уйду». Если же он скажет тебе, не пойду от тебя. Заметь, это благословение не всем принадлежит. Это благословение принадлежит лишь тем людям, кто скажет, я отказываюсь уходить. Есть помазание для людей, которые посвящены пожизненно. Ты не сможешь повлиять на такой регион, как этот, с теми людьми, которых просто проносит сквозняк. Я обязан поделиться с вами секретом, как узнать Духа Иезавели в твоей церкви. Я, может, поделюсь, это глубокие откровения, смотрите. Как узнать? Вот как. Две вещи они скажут. И когда ты услышишь эти слова, руководящие сотрудники даже и близко не подпускают. Если ты услышишь хотя бы шепот такой, звони в харизму и напечатай про них статью, напечатай там их фотографию. Вот ключ, вот он. Первое, что они скажут, я здесь пока. Уже мы не можем использовать тебя. Потому что я не знаю, когда это пока. Второе. Господь послал меня сюда. Помочь вам. Это дух Антихриста. Слышишь такое, спасайте бегством. Потому что Бог никогда никого не посылал в церковь помогать ей. Бог посылает нас в церковь, потому что нам нужна помощь. И вторичное последствие того, что нам помогли, это то, что мы можем быть способны поделиться своим даром с домом. После того, как нам помогли. Они что-то как-то замолчали теперь. Наверное, вернусь к теме времени. Пойми, сейчас означает... Нет. Невозможно использовать людей, которые здесь пока. Невозможно использовать людей, которые думают, что они здесь, чтобы помочь тебе. Потому что говоря, я здесь, чтобы помочь тебе, они говорят, я знаю больше тебя. Они узурпируют твою духовную власть над домом. Бог посылает нас сюда за помощью. Бог посылает нас сюда присоединиться, получить видение, научиться, быть верным, быть посвященным, быть получателем вложения. И потом, как вторичное следствие нашего повиновения, поделиться своим даром, если понадобится. Вы со мной? Хорошо. Позвольте мне закончить. Если же он скажет тебе, не пойду от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, стих 16, потому что ему хорошо у тебя, стих 17, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек, так поступая с рабою твоею, не считая это для тебя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу, ибо он заработал. Он 6 лет заработал тебе вдвое против платы наемника, и благословит тебя Господь Бог твой во всем, что ты будешь делать. Смотри, если он служил тебе 6 лет, сколько он стоит? Двойную меру. Прикоснись к своему соседу и скажи «вдвое». Итак, когда Илия спросил Елисея, чего ты хочешь от меня, Елисей говорит, я хочу столько, сколько я стою. Я не прошу благословения, я прошу воздаяния. Я прошу своей верности, я сеял в твою жизнь. Теперь настало время вложения, и я прошу лишь того, в чем я был верен. Итак, Библия говорит, тебе следует взять шило и пригвоздить его ухо к двери. Кто есть дверь, дверь — это Иисус. Елисей понимал, что если я собираюсь быть следующим пророком, мне нужно слышать Бога самостоятельно, поэтому тебе нужно взять мое ухо и пришить его к двери, чтобы я смог сам слышать, что Бог говорит. Теперь Елисей говорит, дай мне, чего я попросил. Он отвечает, трудного ты просишь, потому что ты хочешь двойной меры. Вот в чем ключ, ты должен увидеть, как меня заберут. Вот причина, почему некоторые люди никогда не получат вложение. Потому что люди не увидят тебя восхищенным. Они хотят видеть тебя таким, каким ты был. Они хотят видеть тебя таким, как о тебе рассказывали, но они не хотят видеть тебя, когда Бог забирает тебя. Если ты хочешь получить помазание, которое на этом доме, ты не можешь смотреть на епископа Лонга, к которому ты привык за последние несколько лет. Пойми, ты узнал его, но Бог готов вывести его на другой уровень. И если ты удерживаешь его в тюрьме,
себе пасторство, когда Бог призывает его быть голосом к нации, если ты удерживаешь его в канаве, делая его тем, что ты хочешь в нем увидеть, тогда Бог говорит, мне нужен этот голос для мира, и ты держишь его здесь. Мне нужно, чтобы ты смог отпустить его, чтобы он стал тем, кем я хочу, чтобы он был. Тогда это значит, что даже если один из его помощников служит, ты не будешь звонить и выяснять, кто проповедует, но ты приедешь и будешь верен, потому что ты посвящен видению цели Божьей. Потому что ты пытаешься увидеть его в ином свете, в котором ты никогда не видел его раньше. И так Библия говорит, что когда ты увидишь его восхищенным, тогда ты сможешь получить, что он имеет. Проблема в том, что до той поры, пока ты на короткой ноге с людьми, они никогда не смогут вложить что-либо в тебя. До той поры, пока ты на короткой ноге с помазанием, ты не сможешь получить помазание. Но есть поколение людей, которые говорят, мы восходим. Услышь меня, Ньюберт. Есть места в духе, куда вы восходите. И люди города хотят помнить вас такими, какие вы были. Они хотят помнить вас за то, что вы сделали. Они хотят помнить вас за прошлый триумф и ваши прошлые успехи. Но Господь говорит, неа, есть иной уровень, который вот-вот грядет на этот дом. Есть место в молитве, которого вы еще не пережили. Есть место в поклонении, которого вы еще не видели. Есть откровение, которое еще не было сполна высвобождено. И когда ты восходишь на следующий уровень, тогда церковь будет вынуждена измениться. Людям, которые были членами по удобству, будет брошен вызов стать членами по завету. Они не будут иметь роскоши приезжать сюда в 11 часов, но они будут приходить сюда раньше, когда здесь молитвенные войны. Они будут приходить сюда обеспокоенные и начнут ощущать вес церкви, а не удобство комфортных кресел. Но они ощутят вес этого и начнут говорить Богу, я хочу увидеть мужа Божия, когда он будет восхищен. Я не хочу видеть его, где он есть. Я не хочу видеть его, где он был. Но я хочу видеть его в следующем измерении. Я хочу видеть его на следующем уровне. Потому что если я увижу его на следующем уровне, если я смогу воспринять это, если я смогу воспринять, что Бог делает в этом человеке в будущем, тогда мне не придется волноваться. Потому что если я увижу его восхищенным, Бог не оставит меня пустым. Но то, что есть на нем, будет передано мне. Если ты увидишь его, когда он восхищен, грядет большая мера, грядет двойная мера. И это значит, когда Елисей получил двойную меру, кому бы он отдал ее, тот получил бы двойную меру, двойной меры. И это квадромера. Но Библия говорит, что слуга Елисея, его звали Гиезий, он не смог получить помазание. Почему он не смог получить? Потому что у него были свои планы. Он использовал служение Елисея для своего собственного служения. Он был там не чтобы служить. Он был там, чтобы получать. Он был духовным вампиром, духовной утечкой, высасывая жизнь из служения. Разве ты не понимаешь, что есть некоторые люди, которые высасывают из тебя жизнь? Но Библия говорит, что когда Елисей получил двойную меру, Гиезий не смог получить ее. И у Елисея не было слуг, некому было получить это. Не было никого, кто мог получить вложение. Поэтому Елисей умер с двойной мерой помазания. Он умер с двойной меры, двойной меры. И помните, никто не получил помазание. И так однажды была битва. И в разгар этой битвы был солдат, которого убили. И после, помните, он умер. После того, как он умер, он упал на кости Елисея. И когда он упал на кости Елисея, Библия говорит, что помазание, которое было там, оно сказало, я ждало мертвого человека. Я ждало кого-то, кто готов умереть. Кто готов умертвить свои замыслы, готов умереть по отношению к своим нуждам, к своим идеям, готов умереть по отношению к тому, к чему ему приходилось бороться, готов умертвить собственную жадность. Помазание ждет, пока люди Ньюберг умертвят свои нужды, умертвят свои замыслы. И скажут, Господь, Ты прислал меня сюда. Ты прислал меня сюда получить это помазание. Ты прислал меня сюда получить этот дар. И я достаточно сильно этого хочу, чтобы молиться дольше, поститься дольше, поклоняться дольше, давать больше. Я буду верен любой ценой. Я хочу этого так сильно, что я заплачу цену так сильно, что я буду верен, так сильно, что я буду больше молиться, поститься,
любить, давать, поклоняться любой ценой. Я заплачу эту цену. Скажи «да». Послушай сюда. Есть помазание, подобного которому вы еще не видели. Елисей сказал, когда он увидел Илию возносящимся, он не сказал «епископ», он не сказал «пастор», он не сказал «апостол». Но когда Илия возносился, он сказал «Отец мой! Отец мой! О, колесница Израиля!» У нас у всех есть природные отцы, кого нам нужно поцеловать. Но у нас также есть духовные отцы, которых мы должны увидеть возносящимися. Не завидуй, не злись, не раздражайся, восторгайся, когда Бог поднимает его. Восторгайся каждый раз, когда он в новостях. Ведь то, что на голове, то дойдет и до тела. То дойдет и до тела. Что Бог дает голове, Он донесет до тела. Хлопни в ладоши и скажи «да». Послушай, и я закончил. Годы назад, когда я приходил в церковь, мы пели песню. Так часто я думаю, почему кажется, что облака загородили мое небо. И хотя я ищу в надежде и решимости, так часто это заканчивается ничем иным, как отчаянием. Но когда в нуждах я склоняюсь молиться, я слышу тихий голос Иисуса. Держись, будь непоколебим, всегда изобилуя в деле Господнем. Ибо ты знаешь, что труд твой не тщетен. Ибо ты знаешь, что труд твой не тщетен. И потом хор припевал вот так. Продолжай молиться. Держись за это. Продолжай поститься. Держись за это. Продолжай давать. Держись за это. Продолжай жить. Держись за это. Продолжай петь. Держись за это. Продолжай танцевать. Держись за это. Продолжай славить. Держи! Скажи соседу, я не рехнулся. Я просто верен. Говори обо мне. Скажи, что я нищий. Скажи, что я вонючка. Скажи, что я лишь мечтатель. Но если я верен сегодня, помазание, которое почивает на голове, снизойдет на тело. Каков поп, таков и приход. У меня есть законный интерес оставаться здесь. Ты от меня не избавишься. Посмотри на твоего епископа и скажи: «Епископ Аделон, ты от меня не избавишься. Пока жив Господь, пока жива душа твоя, я остаюсь здесь, потому что я хочу того, что ты имеешь». Скажи «да». 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 Я чувствую сумасшедшее помазание. Я чувствую беглое. Я чувствую прославляющее помазание. Некоторые из вас ждали этого. Некоторые из вас умоляли о нем. Некоторые из вас вымаливали его. Но прямо там, где ты есть. Я чувствую, как что-то ломается здесь. Потому что некоторые хотят этого достаточно сильно. Ты уже устал ждать этого. Ты уже устал верить в это. Ты устал молиться об этом. Это уже не завтра. Мне нужно это сейчас. Сегодня. Мне нужно, чтобы Бог посетил меня сегодня. Хлопни кому-то и скажи «сейчас». Хлопни кому-то еще и скажи «сейчас». Хлопни кому-то еще и скажи «сейчас». 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 Люди не знают, кто ты такой. Они не знают твоего имени. Они не знают, почему ты здесь. Они никогда не жали тебе руку.
Бог. Но Бог знает, почему Он послал тебя сюда. Он послал тебя сюда, потому что есть большее помазание для твоей жизни. Он послал тебя сюда, потому что есть сферы, которых ты еще не ощутил. Он послал тебя прямо сюда, потому что есть место в Нем, о чем некоторые из вас внутри себя говорят, должно быть больше. Я хочу этого достаточно сильно, чтобы быть верным. Достаточно сильно, что если я пропущу воскресное, я куплю кассету. Достаточно сильно, что даже если я не смог добраться, я скажу им, мне нужна кассета, потому что каждое слово, которое исходит из уст Божьих, это суть моей жизни. Все в этом здании, послушайте меня. Есть служение здесь. Играйте пророчески, мягко, мягко. Есть мужчины и женщины здесь. Некоторые из вас говорили, я здесь на некоторое время. Некоторые из вас в лидерстве. Дух Святой проговорил ко мне, когда я сидел на кресле раньше, и Святой Дух сказал, что есть некоторые люди здесь сегодня, которых не будет здесь в это же время, в следующем году. Но Бог дает свежую кровь. Бог проговорил ко мне и сказал, я дал свежую кровь. И это будут люди, которые уже не уйдут. Но они здесь навсегда. И Святой Дух начал говорить это в мой дух, что есть поколение здесь, которое говорит, епископ, я никуда не пойду. Я здесь навсегда. Я здесь, чтобы мои дети могли ходить сюда. И мои внуки могли бы ходить сюда. И их дети могли бы ходить сюда. Я верю. И я знаю, что если я верен сегодня, Бог помажет меня завтра. Некоторые из вас вы даже ищете помазание. И Бог говорит, я просто хочу, чтобы ты просто был верен. Пойми, когда ты верен, уже не важно, что делает враг. Не важно, что люди говорят о тебе. Не важно, как враги сражались против тебя. Не важно, потому что если ты верен, ты сможешь сдать экзамен времени. Я смогу прожить дольше лжи. Я смогу прожить дольше лжи, я смогу прожить дольше обвинений. Твоя верность доказывает, было ли правдой то, что они говорили или нет. Потому что если это была ложь, ты просто продолжай жить. Ты пропустишь их ритм. Потому что ты знаешь, что ты поглощен целями Божьими. Этот дом Бог поместил вас перед иным уровнем. Я сказал нечто сегодня утром. Я сказал, это видение было не в здании, хотя здание было частью этого видения. Городок не был видением, хотя городок был в видении. Бог готов передвинуть это место на иной уровень. Есть вещи в действии прямо сейчас. Бог даже не даст некоторым из вас знать об этом, потому что вы не сможете перенести это. Есть вещи, давление и решения, которые нужно сделать уже сейчас, для того, что Бог делает здесь. Бог не свергает людей и поднимает других. Видение этого места настолько большое, что каждый раз, когда они садятся даже просто обсудить, что Бог сделал, они дописывают 3 и больше страниц к тому, что Бог будет делать. Есть движущая сила, которая стоит за этой командой лидеров, за этим епископом, что они уже не контролируют это, но это импульс, приданный Богом. И они как серфер, они катятся в поиске волны, но они стоят на ее гребне и ведут людей в следующее движение Бога. И Дух Святой говорит к этому дому, Он говорит, настало время подсветиться этому дому, как никогда прежде, подсветиться видению и сказать, я хочу помазания, я хочу целей Божьих, я достаточно сильно хочу плана Божьего, я хочу этого настолько сильно, что я готов умереть по отношению к своим замыслам. И взять то, что у меня было, и посеять это в этот дом, позволить своим мечтам умереть и посеять их в этот дом. Потому что я знаю, что если я смогу посеять в этот дом сегодня, завтра Бог пообещает его обратно в большей мере. Во-первых, Бог никогда не забирает, если только Он не планирует дать тебе что-то больше, во-вторых. Чего Он требует от тебя сегодня, Он лишь только вернет тебе в большей мере завтра. Итак, есть место. Все в этом здании поднимите руки. Отец, я говорю над каждым лидером, каждыми, мужчиной и женщиной, в лидерстве здесь. Я говорю над их скрытыми намерениями. И я говорю, очисти их прямо сейчас, во имя Иисуса. Я говорю над людьми, которые обеспокоены. Успокой их сейчас. Бог, потому что куда ты призвал этот дом в следующие 3 года? Большинство людей лишь мечтают об этом. Бог, твои цели наконец-то поднимаются.
Мечты настолько велики, что если ими поделиться, люди никогда бы не поверили, что это может исполниться, поэтому многое из этого должно оставаться сокрытым. Люди даже и не в курсе о постоянной атаке врага против этого дома. О расколах, которые пытались насадить здесь. Интриги. Интриги. Но Бог сегодня сшеет эти сердца вместе. Сердце этих людей с сердцем епископа. Сердце этих людей с сердцем епископа. Зрелость, дабы он мог быть высвобожден делать то, что ты призвал его делать в апостольских кругах. Этот мир нуждается в этом послании. Не только этот регион, Бог, но этот мир нуждается в том, что происходит здесь. И он близок к восхищению. И некоторые из нас просмотрят это, потому что мы так привыкли видеть его таким, каким он был, что мы не сможем увидеть таким, какой он есть и каким он будет. Бог, открой наши глаза, чтобы мы смогли увидеть, как он возносится на следующий уровень, и мы могли бы двигаться с ним. Бог, отломи всякий дух помех во имя Иисуса. Всякое черствое помазание, отломи его. Дабы мы могли быть свободными, чтобы двигаться в третий день, в третье измерение твоего присутствия, в полноту твоей славы. Передвинь нас. От славы. Я чувствую помазание Святого Духа. Отец, мы хотим дух нашего лидера. Мы хотим дух нашего лидера. Мы предъявляем требования о помазании, которое нам уже Божьим в этом доме. Мы требуем помазания. Бог, мы не просим благословения, мы просим воздаяния. Дай нам благодать быть достаточно верными, чтобы когда нас спросят, чего мы хотим, мы были бы способны сказать, мы лишь хотим по заслугам. Мы хотим лишь чего стоим во имя Иисуса. Я высвобождаю, о Бог, следующее измерение на этом доме уже сейчас. Есть перемещение в духе уже сейчас. И даже прежде, чем закончится этот год, сверхъестественное, странное помазание появится. Люди не смогут уходить домой. Люди будут приходить раньше. Молитвенные собрания, которые собирали лишь 2-3 сотни человек, начнут собирать 2-3 тысячи, 5 тысяч, 6 тысяч. Бремя молитвы возвращается на этот дом. И Господь говорит, что здесь было верные покрывали дом, и верные покрывали пост и молитву. Верные несли бремя молитвы. Но Господь говорит, что дом скоро загорится в молитве снова. И будут некоторые сверхъестественные вещи, которые начнут подключаться к видению. И Бог говорит, что единственное, о чем вам следует молиться, это то, что было проповедано в это воскресенье перед этим. Бог говорит, что единственное, как вы будете знать, о чем молиться, это вы будете слушать, что говорит епископ, и вы будете молиться о том, что проповедуется. И когда вы будете молиться тем, что проповедано, Бог начнет являть то, о чем молитесь. Когда вы молитесь о том, что проповедуется, Бог явит то, о чем молитесь. Когда вы молитесь о том, что проповедуется, Бог явит то, о чем молитесь. Проблема в том, что мы молились от наших сердец, но мы не молились от сердца Божьего в доме. Но Бог говорит, что Он готов переместить молитвенную жизнь. И когда молитвенная жизнь сместится, Бог говорит, что все обеспечение, которое удерживалось, все, некоторые из вас, Бог сказал, вы переносили. Я только что услышал, как Дух Святой сказал что-то. Дух Святой только что сказал мне, что некоторые из вас переносили уже. Но Бог послал меня сюда спровоцировать схватки. Некоторые из вас, вы должны были родить это благословение. Вы уже должны были родить этот бизнес. Но из-за того, что вы не подключились к сердцу дома, вы переносили. Но Бог пришел, чтобы спровоцировать схватки, дабы, что внутри тебя обычно было выдано наружу. Оно выйдет наружу. Даже прежде, чем закончится этот год, ты начнешь видеть первые плоды этого моментально. Теперь, там, где ты стоишь, начни славить Бога. Воздай Ему славу, как будто ты сходишь с ума. Воздай Ему славу, как рождающая женщина. Воздай Ему славу и скажи, настало мое время. Настало наше время. Давайте, славьте Его и скажите, вот-вот, я вот-вот получу все, что Бог имеет для меня. Скажи, я перехожу на следующий уровень. Воздайте ему некоторую хвалу и скажите, я хочу этого достаточно сильно, чтобы сделать для этого все, что потребуется. Кричи «Аллилуйя!» О, благослови его имя. Кричи «Аллилуйя!» Кто из вас слышал Слово Божье? Воздайте Богу славу. Воздайте Богу славу. Крик победы, крик подтверждения, крик утверждения. Кричи ему, потому что ты лучший слуга, которого Бог мог найти в этом доме. Настало время. Я верный слуга. Я верный сын. Я верная дочь. Я здесь не ради себя. Я здесь, чтобы дать Богу самое лучшее, что я могу дать Богу. И я встану, и я буду держать руки мужа Божьего на этом месте. Речь не обо мне. Если ты веришь в это, отдай Богу самую лучшую хвалу.
которое ты только можешь ему воздать, потому что ты близок к тому, чтобы высвободить это на свою собственную жизнь. Аллилуйя! Аллилуйя!